Приветики всем! Кто желает посмотреть распаковочку аж целых двух посылок от Сибирского здоровья, поехали! Вот первая коробочка, вернее у меня вот такой пакетик подарочный, чудесных сюрпризов. И с этим пакетиком идет ее наполнение. Туалетная водичка, черная ваниль и вишня, гель для душа из этой же серии. И увлажняющее молочко из этой же серии. У меня их, наверное, штук 5 уже заказали, девчата. Очень эта серия шикарная. Аромат прекрасный. Прям берут на расхват. Кстати, вчера хотела заказать еще одной девушке, а уже нету. Все, на складе. Продукция закончилась. Разобрали. Эпамов, посмотрите, сколько у меня. Вот, сколько у меня их заказали. Потому что эти эпамы были как раз по акции тогда, на прошлой неделе, всего за 190 рублей. Так, обычная цена у них 240. Вон, посмотрите, сколько эпамов. 900 – это бронхолегочный, помогает от кашля. Еще эпамы. На этот раз седьмые, тоже 6 штук. Я своим деткам взяла 2 штуки. И еще у меня девчонки-партнеры тоже взяли по 2 штуки. Потому что такая цена подарочная. Грех не взять. А эпам такая штучка, которая в хозяйстве всегда пригодится. Хоть для профилактики вирусных и прочих заболеваний, хоть для лечения. Зубная щеточка там мне. Я уже мечтаю поменять зубную щетку. У меня предыдущая тоже от Сибирского здоровья. Вот это немножечко другая, какая-то новенькая. 150 рублей всего стоит. Посеребряные. Не знаю, попробуем. Я до этого пользовалась другой, а сейчас попробую эту. Вот это я взяла родственнице на подарок. Тоже сказочная цена. 229 рублей всего. Мусс для тела с розой и гиалуроновой кислотой. А это пенка для душа с розой и гамомильцем. У меня из этой серии что-то я себе брала. А, пенку для душа тоже брала, но я еще ею не пользовалась. Но я думаю, что она классная. Вот заказали бальзам корень. Классная штука. Всегда пригодится. Ой, мой любимый бальзамчик. Форте, расслабляющий для шеи, спины, поясницы. Кто его попробует, сразу заказывает. В тот же день или на следующий. Супер классная штука. Моментально снимает усталость с шеи. Помогает при остеохондрозе, когда сидячая работа вообще просто спасатель. Мой заканчивается, и поэтому я заказала себе новый. Надо, чтобы он всегда был. Фитомыло для интимной гигиены тоже себе заказала. У меня скоро закончится. Очень классная штука. Новоминчик вот такую взяла, экономичную упаковку. Это тоже себе, чтобы для всей семьи. Наверняка, если вдруг сезон простуд, ну, хотя он сейчас как раз идет, этот сезон простуд, все кругом болеют, принимаем для профилактики. Мужу заказала. Детокс. Я уже несколько раз ему именно вот этот детокс заказывала. Мужчинам как раз он очень хорошо подходит, потому что он дозированный. Вот здесь половинка для утреннего приема и здесь половинка для вечернего. По 16 пакетиков в каждом. И утренних, и вечерних. То есть на 16 дней. Очень хорошая штука. Не надо там капсулки из разных баночек считать. Просто пакетик вытащил, положил на стол. Завтраком и с ужином принял. Чистит очень хорошо. Так, у нас был селен по акции. Девочка заказала селен. А это для себя взяла диасмин и рутин. Появляться стала сосудистая сеточка на ногах, поэтому немножечко это организм дает сигнал, что сосудики надо укрепить. Взяла диасмин и рутин. Вот, первая коробочка опустела. Приступаем ко второй коробочке. Опа. Чудесных сюрпризов. Опять же у меня вот этот же наборчик. Черная ваниль и вишня. Еще одна девочка моя успела ее приобрести. Вот туалетная вода. Вообще обалденная. Этот набор называется 4 Wellness.
мегавитамины и северная омега. Это все ровно на месяц рассчитано. Этот набор такой классный для тех, кому не хватает сил, не хватает энергии. Вообще очень хорошо помогает, заряжает энергией. Я думаю, вот таким набором хотя бы раз в год должен пользоваться каждый человек. Что у меня еще есть? Суставной фитосорбент, кишечный фитосорбент. Кстати, суставной фитосорбент и вот этот чай «Легкость движений» – это очередная новогодняя акция от компании. И вот к нему идет, к этому набору идет вот такой опять же подарочный пакетик. Все бумажное, даже ручки вот бумажные. Экологичная. У нас компания вообще за экологию с руками и ногами. Опять же, Селен по акции, он был по очень выгодной цене. Вот эта баночка Селена, 60 капсул на 2 месяца хватает, стоит 810 рублей. По акции он был за 649, поэтому его очень хорошо брали. Это у меня коллега заказала питательную маску для лица и дневной крем с антиоксидантами. Маска классная, вообще для зимы самое то, питает обезвоженную сухую кожу, ну, ветер все-таки, зима и очень нужная вещь. Можно использовать вместо ночного крема. А это дневной крем с антиоксидантами, тоже пользовалась сама, очень хорошая штука, мне очень нравится. Это из недорогой серии, так сказать, но очень хорошая вещь. Дальше, Синхровитал шестерочка. Для суставов. Все синхровиталы сейчас идут с очень хорошей скидкой. Буквально там 700 рублей даже можно с некоторых синхровиталов получить скидку. Поэтому люди их просто хватают. Себе заказала Эльбифит. Это пробиотики. Надо немножко заняться микрофлорой своего кишечника. Вот, целых две штучки, чтобы на месяц хватило. И еще у меня паренек заказал «Истоки чистоты». У него девушка себе взяла, пьет, видимо, делится впечатлениями. И он тоже решил заказать. И как раз попал тоже, кстати, на акцию. «Истоки чистоты» были за 1095 рублей. Сейчас акция эта уже закончилась, и они уже опять стоят 1290 рублей. Но даже по этой цене люди охотно берут этот комплекс, потому что очищаться нужно всем. Ну вот и все. Вторая коробочка у меня опустила. Вот два таких большущих заказа у меня получилось. Спасибо всем за просмотр. Мне было очень приятно с вами поделиться. Пишите комментарии, пишите вопросы, если у кого-то они возникли. И может кто-то хочет зарегистрироваться. Пожалуйста, я с удовольствием помогу. Спасибо.